Сейчас только инстасамку выключу. Спасибо тебе огромное за подписочку. Спасибо за подписку, хейники. Спасибо. Клоун так ищет любви и хоть немного тепла. Клоун боится любви, носит колпак, но он в шипах. Клоун так хочет дружить, только с ним что-то не так. Клоун горько язвит, больно в груди. Кстати, я не понимаю, почему здесь ребенок. Это же ребенок, да? Типа, это ссылка, что типа Морген ребенок или что это? Снова отказ. Меня тесанул клоун, может мим пройти? Меня тесанул клоун, что мне делать с ним? Я б жутко игнорировал просто, но этот вот клоун чё-то слишком серьезный. Хочет быть круче, бояз приставучий, злобная на... Это я. Надоедливая колючка. Безобразный год ковыляет в закат по колено в крови. Мое дело вас развлекать пустяками во время войны. А что пустяковье хрупкого эго-артиста? Нет, довести бы шута до самоубийства. Нет, человека раними постерониста. Бля, ну звучание пиздец охуенное. Не хочу никому давать копаться в своей голове. Не хочу он сюда. Боюсь, что раскопают что-то там. Я внучок, understand. У Дис это любовное письмо. Моргенстерн, чисто мы шапы. Золотые цитаты. Аля, ты сочиняешь все, я не дергал тебя за кость. Бля, ебать охуенно. Не вот, я не знаю, вот. Бля, как прокрутить этот образ бабули? Сука, где ты танцуешь? Ебать ему идет, почему он так каждый день не ходит? За косички ты мне не нравишься, зашквар. Ты так хочешь назад, но нахуй им еще один бродастый колхозан. У них есть шаман, залупа, пенис, хер, это хиток, спору нет. Но где ты был 8 лет? Пародируй, но изобразить меня харизмы не хватило. Ты сатира на сатира, больше не читай, плиз. Блять, конечно, тебе больно от моих битов. Тебя ебут на Оксимирон тайбиз. Объясни своим ебучим детям, как звал меня на легендарную пыль. На миллион доллар, на 12, на last one. И всякий раз после отказа хейтил. Ведь тебе нужен Марк, что получился маркетинг. Я новый Пуша Ти, к черту, сикс. А нахуй ему Марго Акамоле? Типа, ну... Лол, кек, шутка. Ладно, пока. Перебей лоб на XXX. Меняй фамилию и паспорт. Моргенштерн раскрутился на цепи. Жаль, утренние звезды быстро гаснут. Давай поговорим об индивидуальности. Бас, тейпа, флоу, скрипа, чё это стиль? Ранний фейс, потрати весь квадратный фейс. Тебе сказали, будь собой, ты такой, окей, где референс? Из-за того, что у тебя шиза. Если кумир не принимает, то это повод для тиса. Ты так заебал в Испанию, твоя мама сбежала, окей. И папа тоже, твой папа Кизару. Чарты, все назад, вызирай. Папа Кизару. Типа Кизару улетел, точно. Если честно, я никогда не вслушивалась в слова. Я тот человек, который просто слушал, потому что мне нравилось. Рэп, ты жалкий зип-архив, скопировать тебя, значит скопировать всех. Эх, оригинальный МС, настолько редкий голос. Люди верят, что на войсе в грязи был ты. Алю за широкие штаны гнобили старшаки. Уважение старше заслужить стало идеей фикс. Ну и как, все вышло хорошо. Фидук не фитанет с тобой, даже если он станет бомжом. Тимати, А чё, у Алишера еще какой-то конфликт с Фидуком? Или чё? Мне коты дерутся. Оп. Нападение кота. 47, ёпты, респектово. Всё, что наркоману перепало, лишь кока и сода. Это приходит время жатвы. Тебе бы взрослым, но ты не рукопожатный. Давай поговорим о твоем одиночестве. Никого кругом, листья падают в бассейн. Сотни телефонных номеров, да все не те. Другом быть легко, никто не подавал пример. У тебя свита, крипта, клепта, инфа, цыгане, дым в легкие. Все, кто был тебе близок, далеко и аккуратно. Твои новые близкие недалеки. Светлая память, но вспомни, что об отце ты рассказывал. Вот этот момент вообще охуенный. Типа, это отсылка же вот эта на песню «Далеко», да?
Ну, я не знаю, мне каждый раз, когда я слушаю, у меня мурашки почему-то по коже. Вот он так красиво это сделал. Писал Гордона, лучше по отдельности брать алкоголь и компаньонов. Твоя любовь пыталась тебя защитить, кенты тебя развели, как только вы развелись. Сюжетный поворот, она видит неуважение, значит все верно решила, а Алишер наоборот. Я не лезу в твою личную жизнь, ты ее вываливаешь, кончится внимание, ты умрешь перед камерами. По-моему, из дома звездная болезнь, ведь твоя мать не верит в тебя, но верит в гуманоидов. А про лирических героев Малдер и Скалли донесли, что человечек все не спрыгивает с астероидов. Фальшивая улыбочка под ноготочки. Гострайтера винирует и лишь оболочка. С собой старый хит, как прикид Кадиллак и нарциссическая дрочка. Вечно голый торс, ты помешан, ёпты, Кельвин Кляйн. И ты синоним слова фэшн, но ты носишь Филипп Кляйн, ёбаный сыт. Надев господские часы, уфимский конюх напидорил усы. Да, меня диссит каждый третий, нет. Тут плюс первый и второй. Просто тем я еще давно ответил, вас всего лишь трое. Если я сделал тебе больно в трансформера, соберитесь и поебитесь. Герой, очень круто, можно. Давай поговорим. Стоп, а кто его еще? Алишер? А кто еще двое? Кто двое еще? А кто еще двое? КПСС? Нет, стоп. Слава КПСС ушел. Блять, кто эти люди нахуй? Я только Хованского знаю, Ларина. Ну, типа Хованский, Ларин, Оксимирон, для меня это все. Потому что это единственное, что я смотрела вот этих всех рэп-баттлов. Спасибо тебе огромное. Ну и Гнойный, конечно. Хотя с Гнойным, кстати, не досмотрела. А, еще я знаю Джонни Боя, кстати, которого тоже разъебали, по-моему. Нашей популярности. Боюсь, ты начал тему в уязвимой позиции. Для меня тут нет болезненности. Я благодарен за любые цифры, но мои так охуительны. Теперь, каково тебе? Такой суперзвезде тягаться с тем, кто хуй пинал 5 лет. Твой последний успех, двойной альбом. Я видел все насквозь, это двойное дно. Бизнес прогорел, хэппинес ушло. В жопе за пару месяцев, как на мере. Мы третий веб-пресс, почти год в топ-10. Лишь я и Бандана, хотя нет, ты тоже среди лучших друзей. Ведь твой рэп, белый шум для детей. А что случилось-то? Все ж так хотели. Бля, представляю человека, который это все типа блюрил и монтировал. Пати золото, все, день памяти маркетолога. Будь с Кремлем, говори, статистика врет. Это не падение, это отрицательный взлет. Тебя спросили про голое фото. Ты в интервью объяснил, что под кокаином все стало маленьким. Если спросят, как упали цифры, скажи, да вы не видели мои стримы в стоячем состоянии. Че ты? Во-во-во, чат, вы не видели просто мои стримы в стоячем состоянии. Вот и все, типа, ну, понимаете, да? Типа... Сник, все облетит. Вопрос, что остается, когда пройден пик. Отвергла инстасамка, скоро тебе в фите откажет. Арудист на меня собрал больше, чем шейк. Ты потерял нюх. Клоун задумался о своем наследии. Так вот оно, на твоей кровати будто пить. А че, Алишер, типа, отказала еще инстасамка? Ля, что за херня? Почему я все узнаю? Это, знаете, это как будто какая-то новости. Что? Ладно, я могу проскипать запретку. Это славянская словесность, извини, тут далеко на одних тачках не уедешь. Ваш клипы, ой, да в один день, чё по просмотрам, кстати. Я обогнал Бугатти на самокате. В говне ведь Морген под подошвой пережил 3 эры, сколько Я остановлю. Ку, подписан с 2019 года на тебя. Реально! Ебать, ты старенький. Ну, в плане, на моем канале. Ну, мне кажется, за 3 года, типа, тебе тут уже будет неинтересно. Где живешь ты? Треки перестали в чартах так долго держаться. И все, у человека будто жизнь кончилась. Иногда мне кажется, что Алишера просто больше нет. И это очень больно, хоронить живого человека. Я долго пробовал не поддаваться, клоун, я... Я, кстати, смотрела вот это видео от Дилары. Я не знаю, у меня что-то прям даже как-то... Мне стало так грустно, я... всплакнула, когда смотрела. Я не видела, что она их выпускала, и что-то сразу зашла на ее канал и посмотрела все ее видосы. И не знаю, мне было так грустно. Я тогда красилась, и я реально заплакала, когда красилась. Я такая, типа, думаю, бля, так грустно, они такие классные были. А я дрочил, когда смотрел. Охуенно тебе. Я
тебя не трогал. Хули ты доебался, расхлебывай. Че ты напрягся, это уже просто подъебы. Не будь серьезным, дурак, улыбнись, это ж постерония. Фрешманов либо забыли, лил памс. Привет, аноним, спасибо тебе огромное. После этого диса послушай другой дис на Маргена «Воровская лапа». Моргенштерн, пойми разницу в качестве. Посмотрю. Смог тёрт, либо похоронили Pop Smoke, Juice WRLD. Так что выбирай, кто важнее. Двоим не выжить, заурядный Алишер либо легендарный Моргенштерн. Хотя бы шанс на любовь и свободу от сетки, либо триумфальное возвращение. Посмертно-то, блядки, веб-ка до экрана, кровь на салфетке. Я пришел освободить мелкого Алишерку. Того до ботокса, Дубая, кремлевских конвертов, дефицитов внимания, мемов, пранков и кеков. Спасибо, я пообедал кошерно. Помнишь, ты съел деда сегодня, где съел Моргенштерна? Типа, у меня мурашки похожи. Пиздец. Я не знаю. У меня просто все в мурашках. Я не знаю, покажу вам. Видно, не видно? Наверное, не видно. Блять, нихуя не видно, ладно, похуй. Короче, у меня вся рука в мурашках просто.